Губернатор Олег Кожемяк открыл приморский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Учреждение создали по поручению Владимира Путина. Участники ветераны СВО, а также члены их семей смогут получать всестороннюю помощь в одном месте. Это очень хорошая инициатива. Это значительный шаг вперед в поддержке тех ребят, кто находится здесь на реабилитации. Кто уже, значит, отслужил там и в силу разных причин уволился из армии, значит, и является ветераном специальной военной операции. И самое главное, их семьи, их жены. Это работа тыла для фронта. В центре во Владивостоке работают 35 социальных координаторов, а всего в Приморье 150. Первое, что встречает посетителей – стойка регистрации. Вежливые администраторы помогут сориентироваться на месте, направят к нужному специалисту. Также есть комната психологической поддержки. Действует пункт предоставления и проката технических средств реабилитации и школа ухода. Поможем подобрать технические средства, которые будут необходимы. Есть, которые помогают спускаться по лестницам, прикроватные подъемники, санитарно-гигиенические тоже. В общем, все, что связано с этим оборудованием, можем рассказать, подсказать. На месте принимают представители Центра занятости сферы образования. Военнослужащие, вернувшись с фронта, могут получить здесь помощь для смены деятельности. Также работает игровая комната для детей. Наши дети разных возрастов, в момент, когда родители решают какую-то задачу, будут под присмотром наших аниматоров, под присмотром наших сотрудников. В Владивостоке филиал Государственного фонда расположен на улице Давыдова, 9. Анна Дьякова, новости на 8.